Для каких мужчин опасно РСП? Большинство женщин считает, что психотип мужчины-оленя наиболее пригоден для семейной жизни, и они целенаправленно ищут именно таких. Особенно прошарены в этом разведенки с детьми. У молодых РСП для этого существует так называемый деморежим. Взрослые же РСП деморежим, как правило, не используют. Итак, для кого особенно опасно РСП? Первое. Это для молодых, хороших, наивных, порядочных, добрых мужчин без детей. И второе – для ценных, ресурсных, семейных оленей. И вот тут кроется фундаментальная ошибка. РСП вновь попадает на кукан. Доминантного мужчину не разведешь и из семьи не выдернешь. И РСП таких сразу отбраковывают, чтобы не тратить время. Мужчина-лидер может только переспать или стать любовником. Поэтому взоры РСП направлены на оленей, которых можно увести. Но дело в том, что оленя как увели, так он и уйдет. Или его уведет вновь другая. Поэтому, мужчина, помни, кто гонится за пилоткой, этой пилоткой его жизнь и накроется.